Так, доброе утро. Дайте мне знать, есть ли звук. Так, запись включил. Дайте знать, есть ли звук. Есть звук. Вижу. Руки. Ну что ж, целое лето не выходил в эфир почти что. Начнем. Сейчас тут последние настройки. Вроде все нормально, да? Начнем. Через минутку. Пусть будет. Начнем через минутку. Вот с небольшой настроечки. Вот сядьте, сядьте ровненько. Да, пока вижу, что подключаются. Спасибо всем. Доброе утро всем. Снова здравствуйте. Очень рад выйти в эфир. Появилась возможность после всех летних поездок, и надеюсь, что регулярность какая-то будет дальше. Как там еще у меня будут ретриты, но не такие уже, не на долгое количество, не на большое количество времени. Вот какая у нас тема? Тема спина. Ну, она, мы спину не можем обойти никак. Это наш, вот мы сейчас, чтобы сидеть, это позвоночный столб, да. И часто вот мы не можем от нашего ощущения себя тоже никуда отойти, уйти. Начнем именно с ощущений, да? Ощущения нам нужно всегда не понимать, а ощущать телом, то есть развивать телесное осознавание, что сейчас происходит. Вот давайте сейчас почувствуем опору. Вот этот наш позвоночный стол, легкий вверх. И вот это я писал, мы сегодня поделаем в предварительном посте, что позвоночник у нас двигается. Это приведение, это сгибание, разгибание, ротация, боковые наклоны, да? И там различные промежуточные варианты и вытяжение. Вот мы вытяжение должны натренировать просто как в быту, постоянно как бы пытаясь коснуться неба макушкой. Неба макушкой, при этом не напрягаясь. Вот расслабьте плечи, расслабьте лицо. Если на лице появляется такая легкая улыбка, и ощущение вот этой, надо запомнить, ощущение улыбки, которая разливается по всему телу, мы помещаем в центр. Вот давайте по позвоночнику пройдемся. По позвоночнику вот этой улыбкой пройдемся. Давайте снизу. Вот в таз поместим эту улыбку, как будто бы улыбаемся тазом. Поясничный отдел, ну там в тазу у нас крестцовый отдел, копчик, крестец. Поясничный отдел. Как бы расправляем все это. Грудной отдел. Шейный. Потихонечку и макушкой упираемся, вырастаем вверх. Тазом как бы прорастаем вниз. Из копчика у нас корешки такие пошли. Корни. Хорошо. Ощущение поймали? О, теперь нам нужно дыхание. Давайте ладошку на живот. И часто, если уж говорить о спине, часто вот эта вся зона, зона брюшной полости, это наша вся психоэмоциональная сфера. Ну, грудная клетка тоже. Ну, вот живот много. И вся тревожность, вся,
нестабильность какая-то психоэмоциональная отражается здесь, начинает тянуть мышцы, мышцы начинают вытягивать с той стороны позвонки, и часто, если животик расслабить, отпускает тот или иной отдел, ну, в основном поясницу, да, но если поясницу потянуло, например, вот так сжало, то весь позвоночник начинает, ну, вот как-то так, да, там, какой-то рисунок делать. Вот, нам очень важно, давайте погладим животик, очень важно, чтобы брюшная полость была тоже в таком приятном, чтобы все работало здесь. Лимфодренаж, все кровеносные сосудики. Угу. Хорошо, подышали ладошку на живот, подышали животом. На вдохе давайте живот и такое вырастание вверх и вниз. Выдох, все расслабляем, все так стекаем вниз. Можно глаза прикрыть и несколько дыханий, чувствуя себя, чувствуя дыхание. И можно выходить вот как бы за ощущение тела, может быть такой фон, какой вот создает тело, вот эту цельность кокона. Если кому что непонятно будет, уже непонятно или непонятно будет в течение занятия, потом напишите на все вопросики и все пояснения сделаю. Я сейчас рассчитываю на то, что уже, ну вот я смотрю, присутствующие те, кто уже был или на занятиях очных, или там онлайн, и уже плюс-минус мою подачу понимают материала. Хорошо. Дальше встаем. Встаем. И у нас там, где есть кровеносные сосудики и капиллярчики, там, где есть кровоток, там есть жизнь. Там, где она перестает, ну, вот это, скажем, кровоснабжаться, там начинаются проблемы, вплоть до некроза, ну, вплоть до серьезных проблем. Соответственно, если мы двигаемся, как сделать, чтобы кровь пошла, да? Надо двигать мышцы. У нас мышцы для того, чтобы двигать. Начнем, то есть будем дальше двигаться. Ножки вместе, начнем с дыхания. С дыхания. Дыхание уджайи. Опять же, предполагаю, что все знают, что это. Давайте, три дыхания. Вдох. Поджимаем горловую щель. Дыхание победителя. Выдох. Пальчиками вниз, макушкой вверх. Вдох. Теперь у нас уже ступнями мы прорастаем в пол. Выдох. То есть поменялась поза, а принцип остался. Вдох. Мы вытягиваемся. Выдох. Теперь ладошки разворачиваем. Вот у нас идет ротация вот такая. Вот. Ротация. Ладошки разворачиваем. И начинаем вырастать. Соединяем пальчики над головой. Вдох на носочках. Выдох. Проглаживаем все вниз. Кончик языка на верхнем небе. Вдох. Выдох. Вдох. Руки перед собой, пальчики соединяем, в прогиб уходим, вдох. Вот у нас пошло первое движение, прогиб, антипрогиб, то есть отведение, приведение, выдох, вдох. Ну, сейчас мы с дыхательной системой работаем, чтобы у нас пошла по телу кровь, лимфа, вдох. Выдох. Кончик языка на верхнем небе. Руки вперед и в стороны. Опять ротация. Вдох. Раскрываем грудную клетку. Улыбаемся. Выдох. То есть поза.
когда мы раскрываем этот сердечный центр, вдох, открываемся миру и показываем миру свою открытость, улыбку, выдох, вдох. Выдох. Хорошо. Теперь руки через стороны вверх, вдох. Опускаемся вниз, мягенько коленочки присгибаем, мягенько, чтобы приятно было, выдох. Поднимаемся вверх, вдох. Прогиб, наклон, выдох. Вверх, вдох. Выдох вниз. Вверх, вдох. Выдох. Теперь левая рука. Вверх, правая, вниз. Сначала просто вытяжение. Вдох. Выдох. Расслабление, выдох, вдох. Натянулись. Макушка. Стопы вниз. Макушка вверх. Выдох. Теперь глубже уходим. Вдох. То есть надо размяться во всех направлениях. Вдох. Выдох. И еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз левый вдох. Глубже. Выдох. И еще раз правый вдох. Выдох. Теперь у нас ротация. Ротация, мне нравится вот это упражнение. Вот оно прямо универсальное. Давайте чуть-чуть встряхнемся, расслабим все. Расслабим. Ага. И теперь начинаем крутить руками, торсом. Движение из таза. Заметьте, руки полностью расслаблены. Руки расслаблены. Вот, в принципе, можно было вот это упражнение сделать и пойти кофе пить. На самом деле. Но мы у нас йоговская. Это у нас универсальное упражнение, но мы еще йоговские техники будем применять. Хорошо. Шея, то есть мы заворачиваем голову и глаза. Глаза тоже. Хорошо. Так, теперь кроме... Вот мы сейчас немножечко размяли позвоночник, теперь у нас есть ноги. Вот смотрите, когда мы ходим, у нас идет тоже отведение, приведение ноги. Вот. Вот в эту сторону. Если недостаточно раскрыто в тазобедренном, если тазобедренный сустав жесткий, если связочки здесь, ну, как-то там повреждены или что-то сделано, то это может вызвать, вот мы ходим, покачивание таза. Такое покачивание таза. Ненормально. То есть у нас стабилизаторы таза должны его выравнивать. Если здесь не хватает, то будет тут прогиб, круглая спина, прогиб, круглая спина. Соответственно, будет повреждаться... перетруждаться то, что не должно так трудиться. Это мышцы поясницы. Соответственно, нам нужно еще тазобедренные суставчики также здесь разминать. Давайте ножки тоже снизу погоним кровь. Снизу на носочках, на пятках. То есть все, да, все, я объясняю просто смысл телодвижений. Носочки, пятки. Давайте на носочках походим. Вот. Можно на носочках попрыгать. Вот очень скакалочка. Кто хочет более такую аэробную нагрузку, на скакалочке. Хорошо. Походили на пяточках. Можно походить по коврику, по комнате. Внешние стопы. На внешних
на внутренних, на внешних, на внутренних. Хорошо. Носочек поставили, покрутили. Покрутили в одну сторону, в другую сторону. Натянули. Постучали. Второй носочек поставили. Покрутили в одну сторону, в другую сторону. Натянули. Постучали. Угу. Коленочками подгибали и заодно сжимаем бицепс, растягиваем квадрицепс и стучим по ягодицам. Угу. Активируем. Если ягодицы не пятка не попадает в ягодицы, давайте вторую активацию. Сразу с паховыми узлами. Раз, два, три. Ягодица. Раз, два, три. Ягодица. Раз, два, три. Ягодица. Раз, два, три. Открываем врата ног. Это уже такая из разминки цигунической. Теперь поднимаем ножку. Крутим. Раз, два, три, четыре, пять. Другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Другая сторона. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Стряхнули ножки. Это мне нравится. Раскачивание. Вот нам нужно ножку отпустить, как бы ее, пусть она длиннее, длиннее будет, мы ее раскачиваем и ротацию делаем. Раз, два, три. Достаем пальчиками. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Почувствуйте правую и левую ножку. Ощущение. Вторую ножку. Раскачиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Тряхнули все. Почувствовали сейчас по ногам пошло, да? И теперь таз. Давайте акцентированно сейчас вот эту зону пояснички. Руку на живот поставим. Таз вперед-назад. Вперед-назад. Право-лево. Право-лево. Ага. И теперь тазом начинаем вперед восьмерка. Петля, назад петля. Крутить вперед-назад. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Теперь вправо, влево. Раз, два, три. Накручиваем петли. Четыре. Справа, слева петля. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В другую сторону. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Теперь фиксируем. Давайте не фиксируем таз, а вот так лучше. Ладошки на почки. Погладили почки. Ладошки на почки. И теперь тазом начинаем. У нас и плечи, и таз двигаются. Два, три, четыре, пять, шесть, семь,
8, 9, 10. В другую сторону. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Плечевой. Плечевой мы, вот мы вверх все поднимаемся, да? Поднимаем, поднимаем, поднимаем. И теперь мы плечики вот так разомнем. Давайте сразу же. Вправо-влево, ротация. Вот мы заглядываем вправо-влево. 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 И обе ручки, круговые движения. Круговые движения. 5, 6, 7. 8, 9, 10. В другую сторону. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, кому разнонаправленное движение было сложно, можно по отдельности качать, по отдельности или все вместе. Давайте еще вот так. Раз, два, с прогибом. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Ножки вместе. Почувствуйте тело, что поменялось. И у нас есть восход. Вот уже солнышко встало. И прекрасная практика Сурья Намаскар, которая тоже решает вопросы и с тазобедренными, всеми большими мышцами. Сейчас увидите наклон, прогиб, наклон, повороты, боковые вытяжения. Все тут включено. Я сейчас такой расширенный вариант сделаю. Давайте ручки через стороны вверх. Вдох. Посмотрели на пальцы, прогнулись. Выдох, наклон. Хорошо. Правой ногой отшагнули, колено в пол. Прогнулись. Вдох. Колено на полу заднее. Заднее колено на полу. Хорошо. Выдох. Теперь правая рука внизу, левый вверх. Вдох. Потянулись приятно. Выдох. Поменяли руки. Вдох. Вытянулись. Выдох. Отшагнули в собаку головой вниз. Вытяжение спинки. Вдох. Выдох. Теперь на носочках встаем. Вдох. И таз опускаем с правой стороны. Вот крайне важное, ну, в моей практике упражнение для спины. Поднимаем вверх, вдох, и слева выдох, поднимаем вверх на носочках, вдох, справа выдох, поднимаем вверх, вдох, слева выдох, поднимаем вверх, вдох, пятки в пол, выдох, хорошо, колени в пол, вдох, прогиб. Вот здесь тоже. То есть мы сейчас осевую нагрузку уже убираем. Мы сначала стояли. Это осевая нагрузка. То есть снизу, ой, сверху нас поддавливает, да? А сейчас у нас позвоночник горизонтально. И здесь можно много чего сделать. Но это мы еще завтра, послезавтра. Вдох, выдох. Вдох. Выдох. Есть много способов, но мы сегодня сделаем вот такой. Планка. Планка. И нам нужны еще боковые. Боковые структуры. Вышли на правую руку. Левая рука вверху. Ага. Таз вверх. Вдох. Рука над головой. Таз вниз. Выдох.
То есть мы вытягиваем то один бок, то второй вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Меняем бок. Вдох. Ручку так по кругу. Выдох. Планку. Меняем бок. Встали. Вдох. Натянули правый бок. Натянули левый бок. Выдох. Вдох. И рука проворачивается. Выдох. Круговое движение. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. И возвращаемся. Вдох. Выдох. Хорошо. В планке вдох. Опускаемся на 8 точек. Выдох. Отлично. Таз вниз, макушка вверх. Вдох. Кобра. Ставим ребрышки. Выдох. Угу. Завтра сделаем расширенный комплекс вот в этом положении. Чтобы, ну, все не сделать за раз. Угу. Сегодня вот это. Вдох. Минималка. Выдох. Минималка — это вот ножки, ручки вверх. Вдох. Выдох. Руки назад. Согнули ножки. Зацепили. Носочки на себя. Колени вверх. Голова вниз. Вдох. Выдох. Отпустили все. Ладошки под плечи. Собака головой вниз. Вдох. Выдох. Правой ногой вперед. Вдох. Выпад, выдох. Вот здесь мы работаем с тазобедренными, с ножками хорошо, чтобы во время ходьбы не было ограничений. Угу. И не страдала поясница. Опустились вниз. Выдох. С круглой спиной вверх. Выдох. Выдох. Еще вторую ножку на вторую сторону. Вдох. Не забываем про ощущения сейчас. Чувствуем, насколько все меняется. Левой ногой назад. Колено в пол. Вдох. Таз вниз. Голова вверх. Выдох. Левая рука внизу. Правая вверх. Развернулись. Вдох. Посмотрели вверх. Выдох. Правая внизу, левая вверх. Вдох. Выдох. Молодцы. Пальчик в пол сзади. Собака головой вниз. Вдох. Выдох. И здесь мы тоже можем поиграть. Мы можем прогнуться. Вдох. И вытянуться. Выдох. Вдох, прогиб. Давайте после выдоха втягиваем живот. Выдох. Втянули живот. Прогиб, вдох. Выдох. Втянули живот. Прогиб, вдох. Выдох. Втянули живот. Прогиб, вдох. Выдох. Тянули живот. Хорошо. Колени в пол. Прогиб, вдох. Круглая спина. Выдох. Вдох. Круглая спина. Выдох. Вдох. Выдох. Планка, вдох. Выдох. Теперь планка. Здесь следующее упражнение. Левая рука вверх, вдох. Выдох. На место.
Правая рука вверх, вдох. Выдох. На место. Левая рука вверх, вдох. И для продолжающих чатуранга. Выдох. Чатуранга. Выпрямляем руки, вдох. Выдох. Чатуранга. Выпрямляем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И правый вдох. Выдох. Ложимся в пох. Кобра, вдох. Опускаемся вниз, выдох. Кобра, вдох. Опускаемся вниз, выдох. Кобра, вдох. Поза ребенка. Выдох. Садимся на пяточки. Если вот так коленки вместе что-то мешает, колени в стороны. Поднимаемся, собака головой вниз. Левая нога вперед. Колено правой ноги в пол. Вдох. Выдох, наклон. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Ручки опустили. Вот вопрос, который очень хорошо себе задавать не только сейчас прямо, не только во время занятий, но и во время всего дня. Как я себя чувствую? А сейчас как я себя чувствую? А как? А что я чувствую? А вот сейчас? А вот сейчас? И вот это понимание, ну, телесное понимание себя позволит вовремя отслеживать, если что-то начинает не так быть, то есть неприятно. Вот давайте почувствуйте сейчас тело. Мне нужно еще одну штучку с вами сделать. Ножки ширина таза. Называется йоговские приседания. Ну, от приседаний нам не уйти. Это вообще здоровье и молодость приседания. Как оно делается? Йоговское. С дыханием. Это часть пранаямного комплекса. Делаем вдох. Кулаки. Это вдох. Закончился вдох. Выдох. Вот попробуйте быстро. Со звуком ха. Хорошо. И опускаемся вниз вот сюда. Хорошо. И опускаемся на спинку. На спинку. Беремся за коленочки. Качаемся вправо-влево. Стопы ставим справа-слева. Руки в стороны. Спускаем колени. Разведенные, видите, колени вправо, смотрим влево, и потом влево, делаем вдох, выдох, вправо вдох, выдох, влево вдох, выдох, вправо вдох,
Выдох. Влево вдох. Голова в противоположную сторону. Колени вправо, голова влево. Угу. Колени влево, голова вправо. Хорошо, теперь ножки захватили. Обхватили руками. Прижали. Прижали плотно. Отпустили. Колени вместе. И коленями потянулись к правому локтю. Вдох. Выдох. К левому вдох. Выдох. К правому вдох. Выдох. К левому вдох. Выдох. К правому вдох. Выдох. К левому вдох. Выдох. К правому вдох. Выдох. К левому вдох. Хорошо. Ножки вверх. Встряхиваем, встряхиваем. Ноги, руки. Встряхиваем стопы и кисти. Капиллярное встряхивание. Встряхиваем, прям хорошо встряхиваем. Хорошо встряхиваем. Так, чтобы у нас мышцы относительно костей начали двигаться, нам нужно включить капиллярную сеть в конечности. Хорошо, остановились. Почувствовали ножки, ручки. Согнули. И легли, отдохнули. Легли в шавасану, отдыхаем. Пройдите с вниманием от кончиков пальцев на ногах, кончиков пальцев на руках, к центру. Почувствуйте лицо, глаза. Очень важно не терять чувствительность. То есть сложная задача, это сложная задача чувствовать тело, двигаться, мыслить, что-то воображать, планировать. То есть выполнять какие-то задачи по днем, это сложная задача, но мы на коврике ее натренировываем. Мы что-то делаем, чувствуем. Одновременно делаем и чувствуем. Ощущение мышц. Вот нам важно научиться чувствовать свой корсет, свои мышцы, внутреннюю среду. Что там? Хорошо. У кого есть время, можно полежать. Полежать. В шавасане еще больше расслабиться. Но, как правило, утренняя практика длительная шавасана не предполагает. Можно сесть. И как мы вначале это делали, вот ягодицы отодвигаем. Почувствовали седалищные бугры, ноги, позвоночник. Плечи, голову, макушку, вытяжение вверх-вниз, дыхание. Можно ладошку на животе. Дыхание, улыбку. И можно задать себе вопрос, как я себя сейчас чувствую. Представить свой день впереди. Обязательно, где наше сознание и в каком состоянии наше сознание, так и все будет формироваться. Вот, день свой представили, все встречи, все дела, все, что надо сделать, или если уже там что-то запланировано, и улыбнулись этому всему, запустили вот это вот, то, что мы сейчас наработали,
То есть силу дали, дали как бы такой положительный заряд вот этому дню своему. То есть нам надо куда-то это девать. Мы высвобождаем, мы просыпаемся, мы пробуждаем тело, пробуждаем сознание. И ну, у кого, если сегодня там выходной, то, естественно, это направляется на отдых, на какие-то там кайфушечки. Ну и любое дело может быть кайфушечкой, любая задача. Даже если сегодня придет, предстоит самое там какое-то сложное, непонятно что. Ну, там понятно, в городе много чего не совсем приятного можно делать, но это можно делать вот с этой вот, с этим настроем, с улыбкой. То есть нам важно эту зарядку вот зарядиться на день, зарядиться на неделю. Вот. У меня на сегодня все. Встречи будут более короткими. Чуть-чуть будет нарастать сложность и нагрузка. Сегодня такое простенькое, но вот я ощущаю, что позвоночник говорит спасибо. Вот напишите мне еще тоже в комментариях, у кого тело говорит спасибо. Вот поблагодарите свое тело, свои ручки, ножки, глаза, мозг свой, что вот есть такая возможность двигаться и действовать, и жить. У меня сегодня все. Поднимите руку, кто готов идти дальше, кто был в эфире. Спасибо. Вижу, спасибо. Все, я вам благодарен за участие в прямом эфире. Запись оставлю для тех, кто проспал. Все, спасибо. Благодарю. Завтра в то же время.